В ICF Россия есть один из проектов, это взаимодействие коучинга в бизнесе. И, наверное, это одна из самых важных сфер для транслирования культуры коучинга. Коучинг в бизнесе – это то, как влияет на мотивацию, на вовлеченность, на взаимодействие внутри команды. Сегодня у нас прошла конференция «Коучинг в бизнесе». И впервые, наверное, прошла так, в таком формате, в котором мы давали площадку не коучам, не спикерам, а здесь рассказывали клиенты о своих практиках применения, внедрения коучинговой культуры, коучинговых стандартов. Как коучинг работает в группе компаний «Рольф», как коучинг работает в компании «Skyend», что они делали для внедрения коучинговой культуры и какие результаты это дало. Сегодня мы смотрели на результаты с разных сторон. С одной стороны, мы говорили о вовлеченности команды. И как раз группа компаний «Рольф» отмечали о том, что это один из самых сильных результатов был о лояльности и вовлеченности в транслирование культуры компании. Мы говорили о том, как это связано с результатами бизнеса в целом, о повышении мотивации, о качестве взаимодействия с клиентами, об отношении. В первую очередь об отношении к себе, о понимании целей, а зачем я прихожу на рабочее место, а что ценного здесь происходит, а как это может проявляться на уровне поведения каждый день.